Студенты второго курса исторического факультета АГУ во главе с деканом Аликом Габелия с утра занялись посадкой деревьев. Их 94. По числу студентов и преподавателей университета, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Среди них десятки таких же юных ребят, сердца которых не дрогнули, когда пришла пора встать на защиту Родины. Благодаря им мы сегодня радуемся мирному небу над головой, возможности учиться, да и просто жить. Отрадно, что молодые люди, в частности студенты, это понимают и чтят память тех, кто ценой своей жизни принес Родине победу. Студенты, сидя в своих аудиториях, смотря в окно, будут смотреть на эти деревья, видя этот сквер, будут вспоминать, что война – это, скажем, очень плохо, это самое страшное, что может произойти в нашей жизни. И как бы стремиться к тому, чтобы поддерживать мир в мире и помнить о наших, скажем, предшественниках, которые отдали жизни за нас. Этот сад, он как увековечивает память погибших героев. Вот, и я надеюсь, что следующие поколения студентов, они будут любоваться этим садом. Идея с высаживанием деревьев принадлежит самим студентам исторического факультета, а деканат и руководство университета, конечно же, поддержали благое дело. Расчисткой территории и посадкой саженцев преподаватели занимаются бок о бок со студентами, подавая подрастающему поколению пример единства и взаимопомощи. Мы посадим 94 дерева, это многоплодник, и посередине будет дуб. Для чего мы это делаем? Чтобы студенты помнили, какой ценой досталась нам победа. Подобные акции, инициаторами которых является молодежь, дают надежду на светлое будущее страны. Совсем скоро на этом месте появится цветущий зеленый парк, который будет напоминать всем нам о том, что жизни 94 молодых людей, студентов, преподавателей АГУ цвели так же, пока их не настигла война. Война, в которой они потеряли самое ценное – жизнь. И пока мы будем помнить их имена и отдавать дань их светлой памяти, они будут жить в наших сердцах.